Всем доброе утро, субботнее. У нас дождик прошел. Сколько градусов, Паш? Плюс 17 уже. Время 8:30. Так, думаю, на зонт не буду брать, пока дождя нету. Птички поют, еще какие-то птицы всю ночь поют. Как в лесу. Класс. Левый берег наш. Всем доброе утро. Тут коты лазят. Кошечки, вот они, с котятками. Домой сладкие. Уже кормят постоянно. Тут уже красота, прикиньте, тюльпаны уже выросли. Вот только маленькие были. Обалдеть. Людей не поймешь, кто в майках, кто в кофтах. Кто в шортах. Вот эти дома 25-этажки уже, близнецы. Уже много где свет горит. Многие еще ремонты делают. Заселяются. Я представляю, они будут к нам ходить в магазин тоже. Большая часть, да? А у нас народу не хватает. Ну, и без персонала. Аппарат с бытовой химией. Кто-нибудь покупал такие? Так, ваш шкаф поставила. Я в шоке, блин. Ага, накосячили. Да, прикиньте... Сегодня продавец прилавка говорит, а что ты мясо не берешь по 219 рублей? Ну пусть типа окорок на кости, она без шкуры, а там кость небольшая. Я говорю, в смысле, а мне никто не говорил, если в чё? А оно вон свободно на витрине стоит, 219 рублей. Я говорю, нормально, свежий, да, говорит, свежий. Я сейчас взяла около 5 килограмм. А там не смена, что-то ничего не сказала, блин, косячный. Пошла на обед. Так, мне чек главное не потерять. Чек вот за мясо. Так, получается, окорок свиной на кости. 1030 отдала. 4686 грамм. Ну, 4 килограмма, 686. Капец, правда косячные. Сейчас чек сразу в сумку уберу. Всем привет. Добрый вечер, у нас дождь зарядил. Хотя на улице тепло, но дождь. И мне показалось, мы сейчас садились в такси, как будто тоже, знаете, как снег с дождем. Мелкий-мелкий. Но мне так показалось, и моя напарница показалась. Ой, я сегодня всем с вами говорила, у нас мясо на акции. Оказывается, третий день на кости. Ну как, окорок на кости по 220 рублей за килограмм. Но я взяла... А, я уже говорила же в видео. Короче, вот я взяла, они без шкуры идут, обрезанные. Сейчас в морозилку положу, завтра что-нибудь накрутим, фарш. Пашка мне мороженое купил.
Пашке проблемы со здоровьем. А я уже говорила, что по молодости тяжести натаскала, сейчас у него этот, как его, грыжа. Надо в больницу ехать, он, блин, боится все. Сейчас он спит, уснул. Я говорю, смотри, твое здоровье. Я говорю, сделали бы операцию, все нормально было бы. Че тянешь? На, проснется, буду разговаривать, либо завтра. Сейчас уже поздно. Говорю, что вот такие дела. Не знаю, если бы у меня, я бы уже поскакала давно бы в больницу. Так что берегите себя. Я ему еще тогда говорила, пошли в больницу. Ладно, мои хорошие, заканчиваю с видео, особо больше нечего показывать. Завтра выходной. Вот. Ладно, все. Я не знаю, мне кажется, большинство мужиков, блин, боятся врачей. Или в больнице не хотят. Я говорю, сделали бы операцию, бы все нормально было бы. Я знаю, вы сейчас мне будете говорить, что там надо в больницу. То есть я ему сколько раз говорила, пошли. Он мне рассказал, что если он пойдет в больницу, что что-нибудь еще у него найдут. Ну, как обычно, блин. То есть идешь, то одно находит, то другое находит. Не знаю. Не знаю, что делать. Ну, завтра буду разговаривать. Сейчас он так спит. Прям глубокий сон такой. Вот. Ладно, мои хорошие, буду заканчивать. Буду отдыхать. Все, всем пока. Пока-пока.